Давай, рачишка, порадуй нас по доброй традиции отличненьким анекдотом. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутаген, капитан очевидности, и, конечно же, по нашей старой доброй традиции, отличненький анекдот. Анекдот такой. Идет суд. Судят человека за самогоноварение. Судья говорит: подсудимый Иванов, вы признаете, что занимались самогоноварением? Нет, не занимался. Как не занимались? Вот протокол задержания. По такому-то адресу. Дом. Ваш дом? Мой дом. Там обнаружили вас с самогонным аппаратом. Было такое? Было. Самогонный аппарат ваш? Мой. Ну и все, значит, занимались самогоноварением. Не занимался. Ну как не занимались? Самогонный аппарат-то есть? Есть. Ваш? Мой. Значит, занимались. Нет, не занимался. Ну как нет? Если есть самогонный аппарат, и он ваш. Да, он мой. Короче, подсудимый Иванов, 2 года за самогоноварение. Ваша честь, а что за изнасилование-то не накинули? За какое изнасилование? Ну какое, обычное. А вы кого-то... Ах, тихо. Дабл килл. Мульти килл. Вы кого-то насиловали? Нет? Ну аппарат-то есть? Ха-ха-ха, мой. Ха-ха, да. Давай, давай, давай. Ооо. Да. Вот уж действительно, красивый эйс был. Солидарен. С почином, брачина. Да, благодарю тебя, капитан очевидность. Эйс, я действительно считаю, был неплохой, душевный. Так, по идее противники сейчас должны здесь пойти, ну мне так кажется. В смысле? Команда врага уничтожена. Ты еще посиди в этом крысятнике. Гляди, матч закончится. А как это без меня сейчас так получилось-то? Что за херня? Да, друзья, сегодня играем мы Star Wars TS-12, тестируем его. Вы знаете, не люблю я этот дробовик, не люблю. Я в принципе не люблю все дробовики, которые стреляют отсечками. Не люблю я их. Ни DP-12, ни Tavor, ни новый этот Hunt Group. Не нравятся они мне. Какие-то что-то в них не хватает, какие-то они неудобные, неприемистые такие, знаете, непрактичные что ли. Что-то в них не так. Никогда их не любил. Вот. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Но нагибать что-то можно? Совсем легко сегодня идет у тебя. Ну как, Кэп, нормально идет. Просто повезло. На самом деле, да. Лига давно уже как бы, ну такая, более-менее нормальная. И по идее, такого легкого нагиба здесь быть не должно. Однако, тем не менее, именно этот нагиб здесь, друзья, и происходит. Да. Ага, где-то, похоже, кто-то за плентом. Вот там. На всякий случай мы задымим. Кстати, вот эти подкаты надо всегда дымить. В жопу их. Чё? Откуда этот? Откуда это тело здесь взялось-то вообще? Я не понял. Вы куда смотрите, ребят, все? Я вообще не понял, откуда он пришел. Это что-то, это нечто. Хотя, с другой стороны, дело не в ребятах, блин. Ни хрена не слышно еще в последнее время. Заметили? Шаги вообще... Сука... Наш он гад спрятался, а? А, ты смотри, нашего нагнул. Мы уничтожили. А, все что ли? Молодцы. Никитий, а ты похоже здесь правда. Просто не нужен. Да пошел в жопу, Кэп. Ну блин, откуда я знаю, почему такой нагиб происходит? Как-то все слишком стремительно. Меня удивляет иногда вообще. На РМе бывают такие иногда матчи, что они длятся там минут 5 от силы, 4. Я хрен его знает, как такое может быть. Но такое бывает. Сверх круто. Такое ощущение, как будто, я не знаю, как будто прям это игра в одни ворота. Кстати, пока так и идет. 4-0. Противники летят. Так, давай, давай. Дабл килл, деточка, да, душевно. Ай, мама. Ух, ну наконец-то тебя хоть разочек наклонили. Пошел в жопу. А, кстати, рано радуешься, вот. Все, меня оживили. Я жив, Кэп, я буду гнуть. Ща мы его найдем, он один остался где-то. Вот он. Даункил. Даункил, да? Бомба взята. Так. Я думаю, что на двушку они не ждут. Мы же постоянно единицу ходили. А вот это, знаете, это прям золотой стандарт. Много раз ходишь на одну точку, а потом раз, резко меняешь, когда противник вообще не ждет.
Да, противник там вообще, короче, уединит. А нет, ты смотри-ка, хитер бобер. Да отвечаю тебе, противники реально слепые какие-то, Ракутагин. Что за подстава? Какая подстава? Вот такие, как ты, как говорят. Противники ничего не видят. Вот Ракутагин играет, у него все боты. А когда я играю, все капитаны Динго вокруг. Кэп, может ты бот на самом деле. Поэтому у тебя, для тебя все вокруг капитаны Динго. Вот и все. Вот он, весь секрет, как бы, Ракутагина. Понимаешь? Просто, мне кажется, ты и такие, как ты, писатели, которые пишут, что у меня боты, они и есть боты. Поэтому у них все капитаны Динго. Вот она и правда. Ну, типичная изи-катка на 21-й лиге. Да, говорит тут, собственно. Как будто не знаешь, что это не 21-я лига. Сасамба! Кэпчик. Так, вот так поиграли мы с того РТС-12. Пушка годная. Вполне нормальная, но не моя, честно. Не люблю я эти дробовики, которые стреляют очередями. Ну, не мое. Ни дробовики, которые стреляют очередями, ни дробовики, которые стреляют одной пулей. И пуля при этом еще и косая, рандомит. Я люблю дробовики. От слова дробь. И нормальные. Полуавтоматы, помпы или автоматы. Если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, но вдруг такое тоже может быть, ну, не исключено, то ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почесал, и твой товар будет помпой. Да. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.